Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda J 2015 года в черном цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 131 лошадиная сила. АКПП передний привод, гибридная установка на 22 кВт. Имеется спойлер, камера заднего вида. Литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики. Имеются повторители в зеркалах. Пробег 145 тысяч километров. По салону красивый темный кожаный салон, ткань, непрокуренный, три ряда сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, режим экон, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. Девяносто восемь, девяносто два, девяносто семь, сто два, восемьдесят один, девяносто, девяносто, сто один, сто, сто три, девяносто восемь.